Здравствуйте, с вами Геша Майкл Роуч, и давайте на секунду представим себе ситуацию. Два человека пьют вместе кофе и разговаривают. И внезапно мужчина говорит какую-то глупость, от которой у женщины поднимается возмущение. И это возмущение нарастает постепенно. Вначале это просто такое неприятное ощущение в области сердца, но оно постепенно нарастает. И подобные ситуации возникают с нами регулярно, когда что-то вызывает у нас неприятные эмоции. И в этом бесплатном видеокурсе мы поговорим о том, как справляться с этими негативными эмоциями. Мы разберем три самые частые неприятные эмоциональные ситуации. Первое — это такое фоновое раздражение, когда вы общаетесь с кем-то, может быть, пьете кофе, и внутри у вас поднимается этот негатив. Второе — это чувство обиды, когда слова или действия человека вызывают в нас переживание какой-то прошлой травмы. И третья часть ситуации, когда во время разговора у нас возникает недовольство самим собой. И вот представьте себе на секундочку, что вы могли бы полностью освободиться от всех подобных негативных эмоций в своей жизни. Причем навсегда. Что если вы навсегда смогли бы освободиться от негативных эмоций? Как бы вы себя чувствовали, если бы смогли освободиться от всех своих негативных эмоций? Об этом поговорим на этом бесплатном видеокурсе.